должны сказать, хватит морать. В центре Москвы на Васильевском спуске убит российский политик, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов. Об этом сообщили крупнейшие российские СМИ. К Немцову подъехал белый автомобиль, из которого было произведено 4 выстрела. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался на месте. В городе объявлен план-перехват. На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Борис Немцов являлся одним из лидеров движения «Солидарность», сопредседателем политической партии РПР «Парнас», членом Координационного совета российской оппозиции.